Природа помогла астрономам разглядеть объект, возраст которого сравним со Вселенной. Галактика такая тусклая, что сами по себе современные телескопы ее ни за что бы не увидели. Но на пути к Земле свет от нее прошел через массивное скопление других галактик, которое стало гигантской линзой. Скопление притягивает свет, проходящий мимо него. Лучи сгибаются, далекие объекты искажаются и могут становиться ярче. А иногда объекты двоятся, как в данном случае. Анализ галактики помог установить, что населяли ее самые старые звезды, которые всего на 200 миллионов лет моложе Вселенной.